И всем привет, это с тобой Клантайка. Если что, мы играем в Roblox, игрушку под названием Pet Simulator X, и у нас вышло долгожданное обновление. Ну как долгожданное, я не особо сильно ждал, особенно с сегодняшнего утра, ну как бы ты видел у меня ролик, но видишь, все обошлось. Меня разбанили прям буквально часа через три, но ролик уже был снят и некуда было деваться. В принципе, и каждый может с этим столкнуться. Мифика, кстати, если кто не знал, у меня не убрали, вот для тех, кому интересно, просто был такой, что мификов убирали. Сегодняшнем в ролике я не буду донатить 12 агоний. Почему? Расскажу чуть попозже. Потому что на самом деле очень интересно. Так, что у нас добавилось? Давайте сразу перейдем к этому. Добавили нам новый Исланд. Давайте его откроем. Он называется Hell Island. Пройдем в него. И что у нас тут? Офигительный мир. Новый мир. Такой адовый мир. И где-то у нас тут должен гигантский сундук быть. Да, есть у нас гигантский сундук. Шикарно, шикарно. Причем, я так понял, его добавили прям чуть попозже. Так, у меня, кстати, хакер. Новый ранг добавили. Это, кстати, чуть попозже, но... Ну, его добавили. Все равно круто. И он у меня, кстати, на максималочке, да? Да, он у меня сразу на максималке. Ха-ха-ха, как приятно, как классно, как офигительно. В общем, с новым рангом хакер, это круто. Круто, круто, круто. Быстро сундук ломаем. 25 миллионов всего лишь. Да, достаточно быстро, но чуть будет помедленнее, чем до этого. И нужно все-таки дождаться новую обнову. Ну ладно. Добавили нам эту штуку и добавили. Что нам еще добавили приятного тут? Тут никаких вроде пасхалочек нету, но нужно нам телепортнуться немножко назад. Нам добавили два новых яйца. А, да, ну одно новое яйцо, просто его еще голд-версия. Получается, нам добавили 10 новых питомцев. Почему 10, 3, 4, 5, 6, 7? 9, 10 новых питомцев написано. Я глупый, по ходу дела. Где еще 3 питомца? Ребят, подскажите, пожалуйста, в комментариях, где... А, все, я понял, где новых 3 питомца, я так что это подумал. Все, ребят, сейчас вот, ребят, кто задумался, а где реально 3 новых питомца? А, все уже поняли, все уже начали писать мне в комментариях, а вот они новые питомцы. Оказывается, они вот тут новые питомцы. Я просто до этого, кстати, смотрел немножко такое в глазах, как что в обнове вышло, и поэтому, ну, их такой... Вот их, вот этих вот питомцев, я о них уже и говорил. Итак, 3 новых питомцев у нас добавили, конечно же, донатских. Это у нас Доминус Домортус Астра, Набортус, Нобоортус, Набортус, прикольно. И Хелл Чест Мимик. Ну, в общем, как стандартное такое, показатели, ничего Фельдеперсова нету. Причем да, бьют они 2,75 миллиона всего лишь, самые топовые. Но это фигня вообще. Так, это вообще фигня, мне не нравится, кстати, сколько бьют. Так, давайте посмотрим. Тут у нас мифик прикольный, как вот этот. Кстати, очень похож на эту крыску. Очень похож на эту крыску, только немножко другое. Доминусов вернули. Домортусов или как его там? Доминусов, я даже не знаю. В общем, вернули тройных. Прикольные. В прикольном такой стиле будет у нас Лего. Классно, офигительно. Выпадает вроде Лего. Если 12 доминус, ой, 12 агоний сдонать. Но, ребят, опять же, об этом не буду. Дело в том, то, что, кстати, Преста, ну, я говорю, не буду, а не объясняю почему. Дело в том, то, что Престон сказал, что в воскресенье добавит нам еще одну локацию. И поэтому в воскресенье, конечно же, и будем вот это все делать. Конечно же, подготовимся, агони пофигачим, пооткрываем вот этих петов. Под воскресенье посмотрим, что у нас вообще тут происходит. Кстати, сколько? 99 миллионов стоит. Это, подожди, а у нас сколько? 31 миллион. Ну, в принципе, можно сейчас пооткрывать, кстати. Чё мне... Ну, мне ничего такого Фельдеперсова, я думаю, не выпадет. Каких-нибудь вот этих петов. Давайте лучше потом пооткрываем. Это не... Ладно, не обзор все-таки. Сегодня еще обзор этой. Все обновы, а потом уже все пооткрываем отдельными роликами. Думаю, так будет поприятнее. Так, добавили на два новых геймпасса. Давайте их тоже разберем. Добавили автохейдж, АФК Open Egg. Вообще глупая фигня, потому что автокликером все это быстро делается. Кто не знает как, это обычно автокликером в две точки просто тыкаешь и все. Очень быстро, очень легко. И лаки добавили. Вот это прикольная штучка, не знаем, сколько она добавляет. Если узнаем, сколько она добавляет, в какой процентном соотношении от того, как мы и так ничего не вытаскивали, то может быть и прикольная штука. Стоит всего лишь 400 робоксов, я думаю, поэтому прибавляет она не особо-то много какой-то фигни. Ну, то есть, неизвестно, какое число. Вот, то есть, вот если я сейчас куплю, сколько мне прибавит в процентов? 10% шансу? Но это тоже мало. То есть, я не знаю. Пока мне два вот этих доната не очень-то прикалывают, не очень-то и нравится. Вот. Что у нас еще добавили? Новый ранг. Ну, про ранг я уже сказал.
сказал, да, новый ранг хакер называется. И просто фиксанули какие-то штучки. В принципе, так все, вся наша обнова. С этим яйцом посмотрим, что мы сможем вытянуть чуть попозже. Все остальное тоже нужно будет поглазеть, посмотреть. С новым рангом тоже непонятно, сколько мы сейчас будем брать гемов и сколько мы будем брать вот этих вот... А, два ног пас. Сразу, кстати, предлагает купить. Сколько мы будем получать трипл коинов? Может быть, мы плюс один трипл коина будем брать. И у нас еще вышло, конечно же, вышел, конечно же, код, но я не помню, скопировал я его, нет. Да, море код 3. Давайте. Опа, и он дал нам чё? Ультра лаки буст. А, ну он за 415к лайков, он даже не за то, что вышло новое обновление, в общем, тоже пользуйся. Если кто не успел записать какой код, пожалуйста, если ты его знаешь, напиши в комментариях. То есть, ну, если я слишком быстро как-то это все проговорил, в общем, вот такие дела. Ну, а тебе как обнова, свое мнение я уже сказал. Я особо-то не буду в нее вкладываться, особо не буду терять, выйдет новое яйцо, уже потом, уже по-серьезненькому так вложимся в воскресенье. То есть, уже как бы раскроем обнову по максималочке. Может быть и выгодно вот эти яйца, но я так думаю, это вот как вот эти вот яйца. То есть, как вот Candy Island, то есть оно пропускное у нас, оно бесполезное. Ну, я так думаю, на самом деле надо будет поглазеть, посмотреть. Все, ну а с тобой был Клан Тайка, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И всем, ребят, пока-пока.